Третий раз в Бурятии, честно говоря, первый раз вижу снег, падающий на большую голову Ленина. Обычно там были птички. По музыке у нас выбор странный, мы делаем танцевальную жесткую музыку, что, в общем, делаем уже на протяжении 20 с лишним лет. Если я скажу, что мы никогда не пользуемся фонограммой, я скажу, что я вас обманул. Нет, ну очень много слухов. Дело в том, что я несколько раз, благодаря журналистам, умирал от передозировки, я алкоголик. Я был даже гомосеком, поэтому много всего интересного, причем находились люди, которые реально это видели и, может быть, даже в этом участвовали. Вот. Но, тем не менее, нет, были и автокатастрофы, в которых тоже люди говорили, что я принимал непосредственное участие с летальным исходом. Были врачи, которые говорили, что я делал 8 пластических операций. Честно, ничего этого не было. Ой, я вас разочарую окончательно, тут нет никакой сенсации, женился на женщине. Есть грандиозные планы, мы хотим сделать общего ребеночка, и вот мы над этим собираемся, вот приедем сейчас из Бурятии, будем над этим трудиться. Мне вообще нравится этническая культура. Вот если говорить честно, мы привезли с собой в прошлый раз несколько дисков, мы их купили здесь, в магазине, в котором была потрясающая надпись, там стоял значок, во-первых, нет, пиратам. И потом было написано, что наш магазин гарантирует ни одного пиратского диска. Мы не увидели там ни одного лицензионного. Но, тем не менее, ну, все как и должно было быть. Но я не борец с пиратством, поэтому я покупаю пиратские диски. У меня есть такой грех. Я знаю, что это плохо. Но, тем не менее, я покупаю пиратские диски и даже иногда дружу с пиратами. Я многих пиратов в стране знаю.